Всем привет! Сегодня получилось вот снять видео про наш семенной, можно так сказать, комплекс. Сортировку я уже снимал, в том году мы приобрели, установили в этом году ее повыше. Купили в этом году шнек, значит, в Белгороде на заказ у нас делают шнеки, вот такой вот шнек. Шестиметровый с мотор-редуктором. Значит, шнек нам обошелся 75 тысяч, отдали мы за шнек. Всю вот эту рамку это уже делали сами с регулировкой. Вверху блочок сделали из старых шкивов от генератора МТЗ. Здесь у нас лебедка с польского опрыскивателя сняли за ненадобностью. Так, производительность у него, это вот отдельно от шнека покупали регулятор вот этот. Производительность у него вроде бы как заявлено от 3 до 15 тонн в час. Так, пробовали мы уже ячмень, через него прогнать это все. Неплохо получается. На этой неделе будем сою сортировать. Тогда сниму видео попозже. Значит, тут у нас это все трубы. Куда надо, так и делаем. Ну, семена будут в баге. Первое, значит, у нас это камни. Это семена. Это товарное. Ну, а это половинки. Выдув еще не доделали. Будет на улицу сделанный хобот, мешок висеть по принципу как труба, и в бочку сыпаться легкая фракция. Там немножко увеличили бункер, рештовку сварили. Здесь, значит, в углу сделаем бетон, где-то на уровень метр, стены такие, чтобы сюда это все сыпалось и ковшом сразу в бурт тогда вывозить. Вот такой вот у нас мини-комплекс получился для сортировки семян. Здесь пока тоже еще ничего не придумали. То ли куном сыпать, сюда ковш делать, то ли стелеги. Но это потом что-нибудь придумаем. Катается он в легкую. Рассчитано так, что в принципе его один человек с этой стороны поднимает. Так, ну на этом все.